На набережной Цесаревича в Владивостоке впервые прошел ВК-фест. 6 часов на открытом воздухе гости фестиваля участвовали в играх, слушали лекции и выступления популярных артистов. Кто-нибудь объясните мне, что за прекрасный год? Чего шоу один большой бородатый анекдот? Перед выходом Ольги Бузовой толпа скандировала ее имя. Публика очень ждала артистку. Завершилось мероприятие выступлением Басты. Вместе с ним горожане исполнили почти все его композиции. В Владивостоке остались довольны прошедшим ВК-фестом. Анна Дьякова, новости на 8.